Sam Prevet. Hi guys, welcome back to my channel. And if you're new to my channel, hi, my name is Love and I'm doing a reaction video on the most of your favorite artists and the most trending and viral video on YouTube. So for today's video guys, let's watch this beautiful and talented singer from Russia, Diana Ankudinova, as she sings. Actually, it's one of my favorite song of her, The Near Dance. Actually guys, this one is a remix and it's a live performance, I think, because I haven't watched the video. And I know guys, you're so excited just like me. So what are we waiting for? Let's go. Друзья мои, мне вот только что смс-ку прислали. Давайте прямо сейчас... для вас это будет сюрприз, для меня тоже, сейчас я зачитаю. Прямо сейчас у нас будет связь, видеосвязь. Диана Анкудинова. Знаете такую? Москва, Арсеньев. Давайте мы прямо сейчас поаплодируем. Мы можем уже связываться? Диана, здравствуй. Скажи, пожалуйста, слышно? Привет-привет. Да, вас очень хорошо слышно. О, здорово. Диана, скажи, пожалуйста, как твое настроение? Как дела? Меня Константин зовут. Скажи, как у тебя дела? Как в ГИТИСе? Мы знаем, что ты учишься. С тобой гордится весь Арсеньев, вся страна. Все хорошо. В ГИТИСе тоже все отлично. Представляете, закрыли первую сессию в моей жизни, и, знаете, ребята очень разные, очень талантливые и, самое главное, дружные. У нас очень крутые мастера, с которыми работать одно удовольствие. А наш художественный руководитель мастерской, замечательный актер Юрий Борисович Васильев, он очень добрый и большой профессионал своего дела. На данный момент мы в процессе создания моего первого альбома. Буду развиваться в своем деле, по возможности продолжать концертную деятельность на радость зрителю. О, это здорово. Давайте поаплодируем, это интересно. Подскажи, пожалуйста, сейчас под какую песню будет исполняться танец? Расскажи, пожалуйста. Да, песня «Дернер Данс». С ней я впервые вышла на сцену проекта «Ты супер». Благодаря этой песне проекту меня узнали миллионы слушателей со всего мира, и моя жизнь кардинально изменилась. После успеха на меня вышел автор-аранжировщик из Нью-Йорка, Адам Феррелло, и предложил сделать ремикс на эту песню. Я, конечно же, согласилась, потому что это очень хорошая идея. И сейчас вы услышите, что же из этого получилось. Воу, воу, воу! Огромное спасибо! Кстати, давайте мы поблагодарим и передадим привет огромный и пламенный от Анны Евгеньевны тебе, ну и от всего Арсеньева. Поаплодируем. Спасибо. Огромное спасибо за возможность побыть с вами. Огромный привет родному городу Арсеньеву, студии «Элеганс», ДК «Прогрессу» и, конечно же, отдельное спасибо Анне Евгеньевне. Ваша Диана. Пока-пока. Спасибо большое. Ну что, давайте посмотрим, послушаем, что будет происходить. Очень заинтригован. Вместе с вами, надеюсь. Поехали, смотрим. Pourquoi ces chanets-tu commencer? Je suis connu sous importance. Seul où je suis, ça fait par où je suis des gosses dans le métro. Dernière danse, pour oublier ma peine immense. Je veux m'en prie, quoi tu recommences? Oh, ma douce.
The Denier Dance remix by Diana and Kudzinova. You know, guys, when I've seen Diana, you know, when she had this interview, she's really beautiful, guys. She's getting more and more prettier. And although I don't understand the language, but thank you so much for the English translation, because I'll be more connected with the songs. I really love listening to this cover song of Diana and Kudzinova. And you know, while listening to them, to this, you know, when I listen to this, guys, I can't stop listening to it over and over again. And you know, Diana has always this extraordinary talent, you know, and she did a great version on this song. And actually, guys, since I start vlogging or doing a reaction video on Diana and Kudzinova, I'm completely addicted to her voice. And she has this very incredible voice, guys, that is so powerful. There you have it, guys. And trivia, Denier Dance
means in English, guys, is Last Dance is a song recorded by a French singer-songwriter, Indila. It serves as the first single from her debut album, Mini World. And the song The Near Dance, guys, is a song by Indila in her album Mini World, released in 2014 and has a lot of nominations. So there you have it, guys. Hope you enjoy reaction video for today, because I really enjoyed listening to Diana and Kuzinova, and I really love the remix of this song. Really. And the dancers really perform very beautiful, guys. Exquisite performance on the dancers, and I really love them. They really, you know, dance with the poise, and they're all so charming. I really love watching them. And if you want to watch the full video in this, guys, I'm gonna put the link in my description box below. Hope you checked it. And if you haven't subscribed to my channel, please do like, share, comment, and subscribe. And also, guys, please don't forget to hit the notification bell so you'll be updated to all my videos. Hope you have a wonderful rest of your day today, and I'll be seeing you guys later. Bye. Спасибо, Russia. Thank you so much, guys. Stay safe, everyone. Bye.